Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Александр Жук, автор блога HelpZarobotok.ru. И сегодня у нас на обзоре весьма интересный курс, который называется «Программа плюс курс. Изготовление сайтов на заказ без знания HTML. Зарабатывайте от 3000 рублей в день». Прошу сразу обратить внимание. Программа плюс курс. То есть у вас будет программа, вам не нужно ее искать, и сам курс в пошаговых видеоуроках, в которых все показано от начала до конца, а именно как автор взял и создал тот сайт, с помощью которого он продает этот курс. Также вас ждет чуть дальше предыстория, почему автор решил создать этот курс. Весьма поучительная, так что смотрите дальше. Итак, у нас есть курс, который нужен абсолютно всем, кто хочет зарабатывать так или иначе в интернете. Создать свой сайт — это не так уж сложно, как вам кажется. Сайт нужен. Без сайта можно зарабатывать, люди зарабатывают и без сайтов, но с сайтом, с лендингом своим, с подписной гораздо легче. Теперь, что в этом курсе такого как бы интересного? А интересно то, что вы получаете 30 подробнейших видеоуроков, саму программу Adobe Muse, не новую, сразу скажу, но вполне рабочую, которая не просит денег. Также сам сайт такой же, как у автора, сейчас покажу его. Различные таймеры плюс форму заказа звонка и продающую графику. То есть вот что как бы на скрине. Теперь показываю это в реальности. Вот как это выглядит. Продающая графика, получившийся сайт, таймер, программа. Смотрите, вот кряк есть все как положено. Политики и вот он видеокурс. Вот сейчас откроются все 30 видеоуроков, где все показано от начала, вот от инструкции по установке до где и как искать заказы. Но я бы рекомендовал в первую очередь этот сайт не для заработка, а для себя. То есть научитесь потихоньку создавать сайты, а потом будете делать на заказ. То есть вам никто не мешает. Но вначале нужно научиться. Этот курс именно простой и очень подробный. Почему? Потому что автор как бы не специалист супер-пупер уровня. Он просто обычный человек, которому надоело платить кому-то, платить по бешеные деньги за конструкторы. Он просто сел, разобрался, создал сайт и вам все это в простой форме изложил. Давайте посмотрим. Вот такой сайт вы сделаете. Кстати, когда перейдете, послушайте вот здесь вот очень интересное видео и познавательное. Звук может быть чуть-чуть как бы не очень качественный, но это говорит о том, что человек как бы новичок, он не пишет, не шлепает эти курсы, знаете, как на станке шлеп-шлеп курс за курсом. Он писал как есть, как говорится, как мог, объяснял. Я со своей стороны говорю, что курс просмотрел, все понятно, все доступно, разберется любой желающий. Вот такой вот простенький и в то же время весьма симпатичный сайт вы научитесь делать. И вот эту вот фишку тоже. Вот прикольная штучка. Он показывает, как это все делать. Как вставлять видео, как писать вот это вот все. Как картинки вставлять, адреса. То есть буквально все рассказано. Вот такой вы научитесь создавать в курсе, в самом курсе курс. Автор, еще раз говорю, шаг за шагом будет показывать, как он создавал вот этот курс. Вы можете взять этот курс, переменить его под себя, а можете как бы посмотреть и создать новый. Для себя такой, как хотите вы. Допустим, если вы заказываете кому-то, то вы объясняете, я хочу вот там так, я хочу вот там так, а здесь вот так, вам сделают не так, потом вы звоните, списываетесь, говорите, что тут переделаю, тут то. Здесь вы сами сели и делаете то, что хотите. Вот я вам показал, что внутри курса, и как бы вот спрашиваю, впечатляет? Еще бы. То есть у вас все это есть в одном месте, сели, разобрались, сделали сайт. Если вас интересует время, через которое вы сможете сделать свой первый сайт,
Но если бы полный новичок, я бы сказал, ну, грубо говоря, один день на изучение освоения, один день так разобраться с программкой, а на следующий день вы уже сможете сделать сайт. А можете взять готовый, быстренько переделать, и через пару-тройку часов у вас будет свой сайт. То есть, как хотите, вариантов великое множество. Значит, какие преимущества? Первое, у вас будет программа, которая не требует денег, а работает. Но не новая, сразу скажу. И вот здесь я опять привожу пример. 790 рублей платить за конструктор, либо платить 100 рублей за хостинг. Вот здесь нажмите, посмотрите, каким пользуюсь я. Есть разница. 790 в месяц и 100. 790 вы ограничены правами конструктора. За 100 рублей на сайтинге вы ничем не ограничены, кроме своей фантазии. Лично я не плачу конструкторам, никогда не платил и не собираюсь. Я все делаю сам. Может быть, буду заказывать позже, но пока я спокойно успеваю сделать сам. И вот здесь я пишу, чуть-чуть набьете руку, 2, 3, 5 сайтов сделайте знакомым, там, ну не знаю, за магарыч, там, не знаю, за какую-то мизерную сумму. Научитесь, а потом можете, как говорится, предлагать свои услуги уже за деньги. У меня одно время была услуга на сайте, я делал лендинги, вот здесь где-то я написал, от 1000 до 2000. То есть, как бы, такие простые, не супер навороченные, но очень, как бы, такие доброкачественное, нормально. Я чуть-чуть зарабатывал, за вечер успевал один, а то и два лендинга сделать. И люди были довольны, потому что цена была маленькая. И как бы они получали то, что хотели. Но сейчас этой услуги нет, поэтому не пишите, не спрашивайте. Мне как бы сейчас не до этого, другие дела. Так что учитесь сами, делайте, и к вам будут люди идти также заказывать. Второе, у вас будет готовый сайт, который можно переделать. Третье, у вас будут все странички там, которые должны быть там оферта, там, не знаю, там об авторе, контакты, ну, не знаю, там, политика конфиденциальности и так далее. То есть все, что нужно для того, чтобы правильно оформить сайт, допустим, для рекламы. Если вы не будете его рекламировать за деньги, можете вообще эти странички не вставлять. Но они у вас есть. Вам только осталось только поменять свое имя, там, координаты и все. Четвертое, будут различные таймеры. Выбираете, какой хотите, как правильно их настроить. И пятое, набор продающей графики. Не супер там пупер навороченный, дорогостоящий, а вполне нормальный для того, чтобы сделать вот такой вот сайт, лендинг, подписную. Все вот как бы там вот есть. Так что вот так как-то. Теперь история создания самого курса изготовления сайта на заказ без знания HTML. Значит, я с автором Виктор Молчунов созвонился в скайпе, и после того, как я изучил его курс, задал ему несколько вопросов, и дальше уже такая, как бы, ну, деловые вопросы закончились, и дальше мы уже стали, как бы, разговаривать просто так, уже, можно сказать, по-дружески, да? И я спросил, а вот почему, зачем, тем более он занимается далеко не созданием лендингов. Он объяснил по-русски просто, что... Дело в том, что он раньше, у него несколько бизнесов, как в интернете, так и на земле. Он постоянно заказывал какие-то лендинги у фрилансеров, там кому-то, программистам. И потом в один момент нужно было что-то поменять. Ну, допустим, цена изменилась 1000 там на 1500, к примеру. Как исправить, обращаясь к фрилансеру, то он больной, то у него бабушка заболела, то водопровод, то инопланетяне прилетели. Надеюсь, вы про фрилансеров слышали. То есть он получился, что у него как бы есть и как бы и нету. В результате он как бы недолго думая собрался, сел и в течение полугода, ну может чуть меньше, взял, изучил всю информацию, что есть в интернете, научился, собрал все это в единое целое, создал свой курс и вам рассказывает, как все делать по шагам, чтобы ничего нигде не бегать, не искать. И ни у кого ничего не спрашивать. Все есть в курсе. Так что вот такая простая история, но весьма поучительная. Хотите делать хорошо, делайте сами. Хотите головной боли, заказывайте кому-то. Там, не знаю, ну, смотря на кого исполнителя нарвешься. У меня пару раз были нормальные, а были, что ай-вай-вай, не посоветуешь. Так что лучше делать самому. А тем более, если вот для себя я только начинающий, зачем выбрасывать бешеные деньги на лендинг, если вы можете его сами сесть и за вечер сделать. И вот теперь логичные вопросы. Хотите также мучиться, искать, бегать, спрашивать? Или все это сесть самому бесплатно сделать, ну, предварительно научившись, и как бы забыть о вечной проблеме, мне нужен лендинг, где заказать, сколько это стоит.
То есть вы можете делать все сами. Нужны ли вложения? На создание сайта не нужны. То есть программа абсолютно рабочая, крякнутая, все нормально. Но вот порядка 100 рублей на хостинг в месяц вам понадобится. Может быть, как-то там вы что-то придумаете, но лучше не думать. А вот именно тот хостинг, который я посоветовал, я им пользуюсь уже много лет и очень доволен и поддержкой, и качеством. Цены там очень как бы хорошие, поэтому заказывайте там хостинг, оплачивайте и свои лендинги ложите туда. Там, говорю, очень демократичные цены. Вы хозяин, вас никто как бы ничем не обязывает. Что хотите, то и делайте. Так что вложения по-любому нужны порядка сотни в месяц. Но если вы нормально все сделаете, 100 рублей отбивается буквально после, там, не знаю, пару-тройку часов, если хотите запустить, допустим, как там подписку или рассылку, моментально отбивается. Может быть, чуть дольше, может быть, чуть меньше. Но 100 рублей по современным меркам, ну, извините, это даже язык не поворачивается назвать вложениями. Значит, вердикт курсу. Курс простой, пошаговый, все, что нужно для работы, на первоначальном этапе, все есть. Программа, сам сайт, формы, графика, все эти стрелочки, все. И самое главное, слова автора, где он от начала, от хедера до футера, полностью вам все рассказывает, как, что, зачем и почему. Поэтому курс рекомендую всем тем, кто не хочет головной боли, а хочет сесть сам сделать то, что он хочет. И при том, что это будет для вас абсолютно бесплатно. Дальше, для тех, кто купит по моей ссылке, у меня, как всегда, приготовлены бонусы. Первый бонус – это курс, с которого лично я начинал учиться делать лендинги. И второй – шаблон видеолендинга. Сейчас покажу вам его. Вот. Вот такую вот прикольную штучку я вам подарю. То есть делается за 5 минут. Подписка, подписывайтесь. Сразу скажу, что вот конверсия такой подписной страницы доходит до 80%. Я вам это подарю просто так, если вы купите этот курс. То есть у вас будет и курс, как бы делать простые лендинги, и видео лендинги. Для того, чтобы получить бонусы, вам нужно мне в письме выслать номер заказа от Глопарта. Еще раз говорю, номер заказа приходит в письме от Глопарта. Я даже выделил. Без него я просто не смогу определить, купили вы у меня или где-то еще. Также тем, кто купит у меня, как всегда, оказываю какую-то небольшую техническую поддержку. Теперь, чтобы 100% купить по моей ссылке, вам нужно либо почистить куки, либо открыть браузер в режиме инкогнито и там открыть мой сайт. А лучше всего сделать или то, и написать мне номер заказа в письме. Допустим, я создал номер заказа такой-то, проверьте. Я получаю письмо, смотрю, если есть у меня номер заказа, я вам отвечаю, да, такой заказ есть, можете оплачивать. Это, как говорится, 100% вы получаете и поддержку от меня, и еще раз вот эти вот два весьма вкусных бонуса. Так что курс плюс бонусы равно 100% как бы успех и заработок. То есть прежде чем я хочу научиться жать на эту кнопочку, внимательно сделайте как бы то, что я прошу. Почистите, либо в инкогнито, и мне напишите номер заказа. Отвечаю по мере возможности. Еще раз говорю, я не робот, сутками не сижу, но отвечаю довольно-таки быстро, если я нахожусь возле компьютера. Итог. Курс простой, ничего сложного нет. Для тех, кто ломает голову, что ой, как трудно создать свой первый сайт, я вас разочарую. Это очень легко. С этим курсом все. Автор сам новичок был, сам взял и создал, и вам рассказал как. Поэтому вот именно простыми словами, как это рассказывает он, они супер-гуру, которые там уже лендинги там по 100 тысяч делают. У них, конечно, сложнее будет понять, что. А здесь все просто, все по шагам, шаг за шагом, каждый элемент, он все это берет и рассказывает, что он делал. Так что обязательно поделитесь этим обзором в социальных сетях. Ваши друзья также хотят научиться делать свои сайты. Поблагодарите меня, если хотите, если не хотите, не благодарите. Но обязательно поставьте лайк
Если вы смотрите это видео на YouTube, обязательно подписывайтесь на новости моего блога. Будете получать только проверенную своевременную информацию. Никакой лажи воды и купи. Я делаю обзор, я вам предлагаю, решение остается за вами. Я показываю, что в курсе, какие возможности, вы принимаете решение и как бы покупаете, либо не покупаете, это уже ваше право. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, по мере возможности также отвечу. Если вопросы по курсу, то указывайте номер заказа, если вы купили, либо конкретно пишите здесь. Комментарии все проходят модерацию, просто так ни один комментарий честно не пропущу. Потому что очень много писак развелось, которые пишут, лишь бы написать. Поэтому, если что, пишите мне в личку. Номер заказа обязательно, и я постараюсь вам ответить, если у вас возникнет какой-то вопрос. Но я думаю, что если внимательно изучить все то, что есть в курсе, вопросов быть не может. Так что еще раз пересмотрите видео, посмотрите на один из бонусов, посмотрите на сам курс, что внутри. Принимайте решение и нажимайте на кнопочку «Хочу научиться», заказывайте, оплачивайте, пишите мне письмо, получайте бонусы, разбирайтесь и начинайте создавать свой первый сайт, а потом второй, третий, четвертый и так далее, а потом уже и на заказ, и спокойно 3000 в день будет для вас элементарно. С вами был Александр Жук, до скорых встреч, пока-пока!